А если вы смотрите это видео, то попали на мой канал. С вами Андрей Фор. Добро пожаловать обратно в Bleach Paradise Lost. Он стал достаточно редко выходить. И сегодня мы с вами проходим новый ивент на Ичига. Так, а это что такое? Что это? Сейчас узнаем. Что это? Я не знаю, что это. Давайте пока оставим на всякий случай, может, посмотрим. Вступайте в группу по Bleach Paradise Lost, которую создал мой брат. Ссылка на нее будет в описании, самый первый. Заходите. Там вся абсолютная информация об этой игре, как надо делать что и так далее. Вот новая витрина, кстати. И давайте откроем бесплатный сингл. У нас 3 звезды. Бьякуя. И как я сказал, сегодня у нас ивент. Вот он. У нас есть ивент на Ичига в Шикае и на Каена нового. Оба в 6 звезд тапаются, но сегодня мы будем проходить Ичига. Берем, наверное, команду с хилом. Потому что кинпач не особо полезен в ПВЕ, как и, собственно, в ББС. Возьмем с собой кого-нибудь и пойдем. Да. О, кто-то достал 5-звездного. Так, используем деда, потому что они зеленые. Так. Да убейте его уже, он там бесполезен. Ух. А, он не помер, я думал, он уж помер. Так, у нас тут синие, но у меня нет зеленых. Поэтому используем Исиду. Урию. Ух. Yes. Все, босс на превьюшечку пойдет. Да. Красный, блин. Ну ладно. Возьмем тогда Каен. Блин. Кто Майзен? Я буду его по-любому убивать, он очень крутой, я посмотрел его, ну, приемы, ульту и так далее, выглядит круто, я хочу. У него нет анимации. Такой звук камня. Ух, ни хрена он дал, он завалил мою Исану. Давай, дед, ну. Все, первый уровень пройден.
Один пазл. Ой, я ретрэп ход. А, ну нормально. Так, следующий. Так, у нас тут красный, берем синего. Да я же нажал на приемы. Так, скилл. Ультанем этим. Какой звук камня крутой. А, ой, он не ультанул, что ли? Так, ну тут у нас Уруй. Есть что вот это? Воу. Ну да, конек нужен. Что? Вот ублюдки, а? Деда убили, прикинь. Ну чё, готовим Айзена. Кто-то еще достал пятизвездного. Эх, а босс как раз зеленый, сейчас бы ультанули, деда убили. В Зангец очень крутая эта картинка, сейчас увидите. А, ее не... А, у друга не показывается. Давай я за зайдем. Да куда ты нажал? Идиотский палец. Капец, а. Это только сложный уровень. Там еще дальше будет очень сложный X3. А я уже помер. Ну, отстой просто. Вот так, Зангеца убил. Зампак-то убил своего хозяина. У меня же он есть, точно. У меня аж есть Зангец. Давайте Very Hard. Так уже вот такой тим пойдем. Вот это все возьмем. Так, посмотрим, какие они. Слабенький персонаж.
Куй. Хиллер тут вообще не нужен. Нужен Айзен. На секундочку. Перфект. Мощно. О, это будет хорошо. Сейчас уру и домой. Блин, а. Хорошо, тут не надо за 2 минуты пройти. Кенпачи бьет по одному только как. И ничего не говорит в ульте почему-то. Зато он 4-звездный, у него есть пуш. Точнее, у меня он уже 5-звездный. Все, дед, давай сейчас. Против Ичиги, который будет нас зеленым. Почему он синий-то? Уже ж были синие. Не опять лагает с дедом. Да ты скотина, тупорылый телефон, блин. Все это дерьмо, блин, ни памяти на нем нет. Ни хрена. Еще не работает, ни хрена. Блин. Пять. Я хочу на YouTube Яку глянуть. Он, кстати, изначально 4-звездный, по-моему. А, нет, он 5-звездный, да. Серьезно? Сейчас уру и как даст. Даже смысл. Вот. И последний экстремально сложный. Яку еще одного возьмем. Интересно, пройду или нет. Оранжевые. Кенпач. На 10 ходов делает этот самый буст. Так, давай тыка. До сих пор живые.
Ой, господи, когда же уже помрет? Еще кто достал пятизвездную, а я его никогда не достану пятизвездную. Давай, Айзен. Так, да давайте Исивича. Да не остается ничего. Ультанем дедом, я уже задолбался. Еще кто-то птицу знает. О! Вот это было просто топчик. Ублюдки тупые, блин. Да зачем ты в этого-то стреляешь, дебил? Ну, конечно, сейчас убьет кого-нибудь. Готовим ульту Кена, чего уж. Она же как раз по одному убьет. А босс у нас фиолетовый. Он очень мало хп сносит. Но у Кена их очень много, и он очень бронированный. Скать-то база тупорылая. Ну что это за дерьмо, ну? Блюдок тупорылый. Санина, блин. Один Кен почти не справится ни хрена. Он сейчас убьет его все. Ну все, тут авто проигрыш. Вот с хрена ли он даже ничего не делает? Тупорылая игра, блин. Что это за бред? Ну, мои персонажи даже не бьют его. Все, короче, на этом все. С вами был Дрейфор. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Вступайте в группу ВКонтакте. По всем ссылочкам в описании. Обязательно смотрите видео, которые будут показаны на экране. Всем удачи, всем пока.